Здравствуйте, друзья. Салам достар. Hello, my friends. Welcome back to my channel. Добро пожаловать вновь на мой канал, друзья. Сегодня у нас... Я вчера обещал, что будет национальный меду, но оказалось, что это будет вечером. Сегодня у нас второй вторник, вторник огня перед праздником Ноуруз. На прошлой неделе мы отмечали вторник воды. Водный вторник, а сегодня вторник огня, это символ силы, символ тепла, символ очага семейного, символ всего хорошего, друзья, вечности. Что у нас сегодня в меню? Из национального сегодня азербайджанская пахлава, это будет на десерт, шейка индейки, жареной по-деревенски картошкой, специальный соус, обожаю этот соус, из морских водорослей, квашеная капуста, будем пить родниковую воду. Let's get started. Картошечка жареная. Праздничный ужин будет вечером, так что его я покажу или завтра, или в коротком видео. Вот она, шейка индейки. Хорошенько прожарилась. Thank you.
Очень вкусная индейка. Картошечки. Видите, горит свечка. Это символ огня сегодняшнего. Ноуруз Байрама. Один из символов Ноуруз Байрама, который мы будем отмечать 20-21 марта.
Белиссимо. Ну и в конце, друзья, попробуем вот азербайджанскую пахлаву. Как говорили в одном знаменитом советском фильме, мы назовем его «Маэстро» из фильма «Самая обаятельная, привлекательная». Вот она, пахлава. Очень сладко и очень вкусно. Белиссимо. Ну, я думаю, одной достаточно. Вау. Ну вот и все, друзья. Еще раз поздравляем вам, поздравляю вас и себя тоже, и своих соотечественников с от Чаршамбасы. Это вторник огня. За 4 недели до начала Ноуруз Байрам. Это праздник весны, праздник Нового года. Каждый вторник мы отмечаем определенный символ Ноуруз Байрам. Прошлый вторник, как я уже сказал, мы отмечали водный вторник. Сегодня огонь. В дальнейшем будут еще два вторника, а потом уже будем отмечать сам Ноуруз Байрам. Сегодня будут у нас разжигать костры, прыгать через костры. Я тоже. Нужно будет перепрыгнуть 7 раз и загадать желание. А все, что плохое было в этом году, пусть останется в прошлом году. Спасибо новым подписчикам, друзья. Всем огромное спасибо за то, что вы подписались и за то, что смотрите. Спасибо всем тем, кто продолжает писать комменты. Люблю вас, друзья. Thank you so much, guys, for new subscribers. Thank you so much. Thank you. And also thank you to the people who are writing comments to my video and watching my video. Love you guys. Continue, please, to subscribing, watching, and share, and like my video. See you tomorrow or to this evening. We will celebrate the holiday today, to evening, and maybe I will make a new video for today. If not, it will be tomorrow. Bye, guys. See you at the next video.